Здравствуйте, рад приветствовать вас на моем канале. Так, по формировке саженцев, которые только посажены в первый год. При посадке вот здесь укорочено и здесь укорочено. Значит, укорачиваем побеги почти на 50% от общей высоты. Другими словами, если саженец невысокий, все равно его укоротить по пояс. И веточки, которые боковые, нужно, чтобы они были ниже, чем центральный проводник. Потом летом то, что идет внутрь, просто вырезаем. Именно длинные, я имею в виду, ветки. Такие короткие, которые до 5 сантиметров, я их не трогаю, даже до 15. Потом, когда есть вот такое раздвоение, обрезаю на тот, который развивается во внешнюю сторону, здесь то же самое. Или вот здесь, видите, раздвоение, удалил и оставил. И так на всех. То есть прореживание кроны. Здесь такая ситуация, то что немного более вертикально, обрезал и остались два конкурента. Оставляю центральный, его немного прищипываю, на молодых я прищипываю, на плодоносящих не прищипываю. Здесь то же самое. Здесь он три побега. Я обрезаю центральный. Да, обрезаю центральный. И оставляю два. Один из них укорачиваю. Один остается как центральный проводник. Если есть боковая длинная ветка, просто ее можно слегка прищепить, чтобы она дала более боковое ветвление. Вот на этом все. То есть проредили крону. Следующей весной мы просто поукорачиваем, именно весной, поукорачиваем вот эти однолетние побеги. Так и будем формировать дерево. Оставим всего три ветки. Раз, два, три. Возможно, будет там четвертая. Пока что все. Спасибо за внимание. Это была летняя формировка молодого, свежепосаженного саженца. До свидания.